Ход строительства детского сада в микрорайоне Клязьма-Старбеева проверил сегодня руководитель администрации Владимир Слепцов. Дошкольное учреждение располагается на территории жилого комплекса «Загородный квартал» и рассчитано на 120 мест. По плану это будет многофункциональный центр, в котором под одной крышей разместят мастерские для детского творчества, спортивный зал, бассейн, комнаты для игр и отдыха и многое другое, что поможет малышам гармонично развиваться. Очень важно, чтобы данный садик с бассейном со всей прилегающей благоустроенной территории был сдан. Поэтому мы будем проверять каждую неделю, смотреть для того, чтобы все садики, которые мы сегодня строим, сдавались в срок. Здание двухэтажное уже подведено под крышу. В данный момент прокладываются коммуникации, проводится внутренняя отделка, частично закуплена мебель. Мы идем с хорошими темпами. На сегодняшний день работает порядка 150 человек в двухсменном режиме. И я думаю, в установленные сроки мы детский сад сдадим в должном состоянии нужного качества. По плану новый детский сад распахнет свои двери 1 июня этого года. Его смогут посещать не только жители этого комплекса, но и дети из других микрорайонов округа.